Тила. Всем привет, дорогие друзья, с вами... А у меня тоже не тюнины. И с вами Медушка и Творожок Данон. И сегодня мы будем играть в GTA 5. И мы будем устраивать гонку на моцках, как я обещал. Да, Данон? Да, да, да. А как ты это делаешь? Мышкой туда-сюда, видишь? Чего? Да заказы, где ты мотоцикл? Чтобы пальцем... Блин, я не то заказал. Ну ладно, на Жиге поеду. Какой Жиге? Ну ты дебил. That's back, Калы, мадам, душу дьяволу продам. Смотри, какая Жига модная. Ребята, он Жигу заказал. Да ладно, я не помню, как у меня... Как у меня мотоцикл называется. А, стой, Данон, откатишь меня на 100 километров? Чё? Откатишь меня на 100 километров от моей... от моего... этого. Окей. За тебя, Калы, мадам. Слышишь музыку? Во, у меня играет. За тебя, Калы, мадам. Душ дьяволу, продам. Данон, сколько жига стоит? О, она, блин, она дорогая. Она где-то 20 лямов стоит. Сколько? Жига? Жига, да. Жига. Зажигалка. Зажигалка. Да все. Заказывай. Чтобы мне заказать, надо вот так сделать. Короче, я такой стреляю. Стреляю, ты ставишь на паузу, и такая музыка. Тун-тун-тун-ту-ту-ту-ту-тун-ту-ту-ту-тун. Ой, я нашел себе байк. Это мой! В смысле твой? А че он не едет? Отдай мой мотоцикл. Да ну! Тун-тун-тун-ту-ту-ту-ту-тун-ту-ту-тун. Такой. А как я умер? Я чуть не понял немного, но ладно. Ребят, это тупик континент. Тум-тум-тум-ту-ду-ду-ду-ду-ду. Да вы что, нарываетесь? А, ну за мной еще полиция, Данон. Я могу участвовать в гонке, если со мной полиция? Нет. Да вы задолбали! Сейчас какой-то глупый мужик. Он с пожарными дерется. Что у меня трогает? Вот, смотри, какой у меня байк стильный. Покажи. Макар. Покажи. Покажи. Ой. Ты куда? Видал? Блин, я ж такой же мог заказать. Тум-тум-тум. Полиция. Так, погнали затюним их. Блин. Едь за мной, Макар, едь за мной. Да подожди, мне еще с полицией разобраться надо. Тум-тум. Да просто Лестеру позвони, Макар. Бегунчик, не разобрался. Испугались? Да ну, можешь мне такой же заказ... А, можешь меня подвезти к штрафстоянке? Или можешь заказать такой же мотоцикл? Нет, нельзя. Ты можешь купить его. А у меня нету денег. У тебя столько денег нету, да. У меня только 2000. Дешевку. На какую дешевку усадил их? Так не, у меня мотоцикл стоил 0, я на этот тюнинг 40 тысяч потратил свои лампочки. Найс, просто. Сейчас я поставлю метку. Я еду тюнить. Да нет. Я еду тюнить. Сейчас я метку. Давай я сначала протюню, а потом мы за твоим. Да подожди. Ладно, да, я свою тогда уберу, а то ты не поставишь. Сейчас ставь метку. А где мой Жигуль? Какой твой Жигуль? Где мой моцик? Он должен отображаться. Так, броня. Ой. Кузов. Нет. А, подожди, Адонал, что ты с тобой в этот заехал? А, вот меня выкинул. Двигатель. Глушитель. Где мой мопед? Фары ксеноновые. А, вот мой мопед, едь туда. Классический. Ага, понял, я сейчас довезу тебя, подожди.
А, так подожди, я ж могу его у механика вроде заказать. Нет, не можешь. А если могу? Он у тебя на штрафстоянке. Так, ребят, сейчас попробую у механика заказать. Нет, Макар, я дольше тебя играю. В GTA. Ладно, как хочешь. Попробуй. Дай до этого захожу. Рынза фара рынза. Все, давай, сиди ко мне, подвезу. Да я уже того. А ты пешком, что ли? Да. Ты серьезно? Ты даже машину не мог угнать? Ну, я угнал только свою. Садись ко мне, подвезу. Рынза фара рынза. Так, Макар, ты не сможешь сейчас мотоцикл забрать со штрафстоянки. Почему? Потому что ты машину заказал. В смысле? Ну, типа, две машины нельзя заказать. Ладно, давай я отвезу подальше, и теперь ты можешь свой мотоцикл заказать. Как? Просто позвони в механику. Так он сказал, что не может это сделать, понял? Ну так ты машину заказал, все, он со штрафстоянки твой мотоцикл забрал. Как-то. Сейчас отъеду от твоей машины. Все, так, теперь нажимай и заказывай свой мотоцикл. И все. Подожди. Да, я, наверное, уже механика запорол. Ну, в принципе, мы можем. Мы можем в городе мне такой же мотоцикл найти. Да. Только мне тюнинг. А, мой вертекс уничтожили. Ну так, может, мне это позвони. Да. Ай, видай ты сало. Макар, позвонил? А, у меня денег на него нет. Пошли грабить магаз. I'm sorry, I couldn't help. Ну, я тут уже грабил, конечно. Так все равно деньги дадут. Это, Макар, да, слышишь, что? Да давай, что ты там мне получишь, а? Давай, давай, оружие сюда, все сюда, конфеты давай. И тетка такая на расслабоне выходит. Ты дебил. Все, он налик скидывает. Ты что делаешь? Видать, что у него теперь там светло теперь в магазине. Все, убивать его? Да. Я в тебе стрелял случайно. Все, садись ко мне. Погнали отсюда. Да ну он и сразу же едь в город за таким же мне мотоциклом. Только, правда, я его протюнить не смогу. Зачем таким же? Я его, правда, протюнить не смогу, ну ладно. Так, нет, если ты его не сможешь протюнить, какой толк его красть? Ну, вообще, ты мог его не тюнить. Два сальто подряд, ребят. Нет, третий уже не смогу. Ай. Да я поведу, я умею. Я знаю, как ты умеешь, Макар. Так что нет. На тебя калина, да... Да ну да, мам, ну да я поведу. Ну не делай не ничего. Не хочу, я хочу сам поехать. Ну подожди. У нас гонка. Да ты дебил. Садись. А я не сяду. Ну ладно, давай, пока. Да ей, ты уже меня в копы поймал. А, ну меня сейчас убьют. А мы, Макар, гонку будем как бы проводить? Ну да. Закажи ты... свой мопед. А у меня денег нет. Сколько тебе нужно на него?
уже одно ограбление. Сколько денег нужно на мопед? 4000. А у тебя сколько? 0. Там. Ну где-то одно ограбление дано. Какое ограбление? Ну, у меня 3200, а мопед 4400. Едь ты уже в город за таким же мне мопедом. Быстрее, едь. Да зачем? Видео идет, уже 10 минут мы просто так катаемся, да ну. Макар, зачем тебе новый мопед? Точнее, да как у меня мопед. У тебя он протюненный, а у меня будет не протюненный. Ну, я все равно тебя даже с протюненным убью. Уделаю. Или ты хочешь, чтобы я на дне протюненном, а ты с протюненным? Я хочу, чтобы одинаково. Хотя, ребят, это будет видео, насколько не протюненный будет хуже протюненного. Так, а правда, ладно, короче, я на не протюненном, а ты на протюненном тогда будешь. Ну, можно и так. Ё-моё, давай, блин, гладить. Ну, здесь, конечно, гладить очень плохо. Сейчас, может, возможно, на дороге найдем такое же? Не, они только в центре города спавнятся. Ну, может, какой-то челик будет ехать на нем. Какой? Блин. Вот такой. Как я сейчас? Да. Ну, ты не умеешь. Я вообще подумал, мы углубим. Дай я повожу. Нет, не ну, дам. Пожалуйста. Ну, понятно. Садись. Пока не найдем, не дам. А, ну окей. Быстрее, нам нужно хотя бы сейчас за минуту его найти. Нормально, за минуту. Мы за 20 секунд можем. Короче, найти. Хочешь прикол? Я вчера, короче, такой играл. Вижу мотоцикл, сбиваю. Потом ищу, где он. И тут прямо возле того, которого я сбил, на стоянке стоит такой же. Такой, зачем я его убил? Да? Да ты дебил, честно. Ну, короче, ребят, все, давайте. На этом видео наше заканчивается. Нас убили. Да, ну, точнее, я Макару убили. Я добегу. Точнее, Макару убили. Садись ко мне быстрее, садись ко мне. Ага, чтобы у меня было 5 звезд. У меня 3 звезды, ну ладно. Ну, да пусть... А, у тебя минус мопед. Я его сейчас закашу. Закашу. А тебя колы надам. Так, садись ко мне. Ну, да где ты? Я вот рядом с тобой езжу. В смысле? В смысле? Ты не тут, ты не рядом со мной. Вот он, ты чё не садишься? Садись, где? Быстрее. Да быстрее садись. Да ну, ты меня возле своего пентхауса. В смысле? Ну, я вот рядом с тобой езжу. Садись. Да, ну, сейчас я доеду до пентхауса, и ты увидишь. Ёма, мне нужно 63 тысячи садить, чтобы прокачать, чтобы все мои машины в гараже восстановить. Да, ну, иди сюда. Макар, ну, что ты не садишься? Да, ну, вон, ты у меня здесь. Вот ты. Блин, у меня какой-то этот добыл и резался. Да, ну, это я давно. А, это ты? А я думал, вон ты рядом со мной был. А где мотоцикл? Все, давай, поехали. Да мотоцикл где? Все, я поехал, давай. Ладно, я шучу. Так, мотоцикл сейчас должен где-то рядом быть. Да ну ты не дожигуль. Не дожигуль? Жигуль. Ну я же говорю... Ребят, это чисто гонка и не гонка, что-то такое. Ну, ты понимаешь, нам гонку надо. Фанимся в GTA 5. Кстати, чтобы быстрее респауниться, тебе надо на левую кнопку нажимать кучу раз. Вот, заказал мопед. Нахрена я Жигуль начал. Прямо как у этого. Сейчас за тобой заеду. Гама как у... Макар, тебе прям чисто повезло, Макар. Почему? Вот рядом со мной сейчас был такой же мопед, как у меня. Ну давай, где он?
Во, лучше черный забрать, целый. Второй мопед, Макар. Красный! А, нет, это не такой же. Че ты не стреляешь? Макар, едь ко мне, говорю. Да еду я. Если просто. За сколько ты свой мопед купил? Вот он мой, садись. Вот он. Вот он мой, садись. За сколько ты мой мопед, свой мопед купил? Не знаю, я не помню. Садись, вот посмотри, мой. Посмотри, за сколько ты его купил. Не сейчас, у меня копы, быстрее тогда поехали. Это разное. Ну ладно. Это одинаковые. Это разные. Ты не видишь? А, да, нет, это разные. А, нет, это разные. Ну ладно, все равно у тебя противненный. Макар, смотри, чтобы тот не отреспаунился мопед. Я лучше сяду на твой. На какой твой? На которого вы меня убили сейчас? Да, чтобы он не пропал. Деньги. Это мой девочка. Мопед! Я на красный хочу. Окей. Ладно, все, давай. Я на этом мопеде, против тебя на этом. Так я ж не знаю, куда едем. И начни гонку. Я сейчас гонку импровизации включу, да. Так, смотри, едем мной. Вот сюда остановись, чтобы красиво начать. Ты где, Макар? Вот, все. Так, смотри. Давай сейчас... Стой, подожди. Ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока.